Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Гост, и мы продолжаем смотреть моды для GTA 5. И сегодня мы с вами отправимся в мертвый город. Мертвый город — это такой город, в котором был распространен неизвестный вирус, который уничтожил практически все население. Сегодня наша с вами задача — это проникнуть в мертвый город, разузнать там все касательно данного вируса, провести там зачистку, ну и, конечно же, разведку. Я не знаю, ребята, чего нам там с вами стоит ожидать, насколько я знаю, место реально очень страшное, место опасное, и мы с вами поедем туда абсолютно в одиночку. Город сейчас перекрыт, поэтому, в принципе, мы там никого с вами не должны будем встретить. Ну что ж, в общем-то, в самом начале этого ролика, ребята, конечно же, хотел бы попросить вас не забывать ставить лайки. Ребята, для вас это реально всего лишь пару секунд, а мне будет очень приятно, что вы поддержали мой ролик лайком. Конечно же, ребята, если вам хочется, чтобы я выпустил еще один подобный ролик, то также не забывайте ставить лайк под этим видосиком, пишите ваш комментарий касательно этого. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте подписываться на канал, если вы вдруг еще не были подписаны. Ну а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики у меня на канале. Ну что, друзья, как вы, наверное, уже заметили, сегодня я играю за ОМОНовца. Мы с вами именно за ОМОНовца поедем в этот мертвый город. Я думаю, что в принципе, мы с вами должны будем со всем этим делом справиться. Насколько мне известно, место сейчас эвакуировано. И вроде как тут должна присутствовать небольшая охрана. Так, ну-ка, стоп, это... Какого фига здесь? Взорванные тачки везде, уничтожены. Господи, сколько здесь крови? Что, блин? Так, ну-ка, окей. Давай выходить на улицу. Сейчас будем с вами осматриваться. Что за жизнь здесь произошла вообще такая? Капец, блин. Тут просто все в кровище, вы посмотрите на это. Офигеть, тачки все взорваны. Все машины, которые здесь стояли, они все взорваны. Танк стоит, охраняет территорию, только, я так полагаю, людей в нем. Ну, конечно же, уже нету. Но мяса здесь, конечно, на дороге, ребята, ну просто очень много. Так, а это уже люди, я так полагаю, да? Ох, капец, блин. Пулеметы стоят погнутые все. Так, окей, мне очень интересно узнать, что здесь произошло, блин, почему сейчас мне приходится ходить по трупам этим? Что вообще за жесть? Чё за вирус здесь вырвался и почему вызвал такой переполох? Это просто, ребята, какая-то нереальная жесть. Так, давай возьмем в руки калашек, если что, он такой помобильнее будет, все-таки маленький. Так, у нас тут стоят машины скорой помощи. Я так полагаю, это была какая-то карантинная зона, но в итоге здесь... Что-то мне подсказывает, что никто не прошел, потому что, ну вы посмотрите просто на это. Это реально какая-то просто жесть, блин. Так, хорошо. Давайте, короче, будем перелазить на улицу. Ой, на улицу говорю. Так, так, я могу тут перелезть? Нет, не могу. Давайте перелезем вот туда уже, поближе к самому городу, да? Как раз-таки к тому месту, которое и было отгорожено от всего мира, как говорится. Тут стоят у нас боевые тачки, и почему-то это повернуто в абсолютно в другую сторону. Такое чувство, что людей как бы пытались не выпускать из города. Ну, либо я не знаю, либо, может, кто-то пробегал и их расстреливали здесь. Может быть, конечно, и так. А вот, собственно, и сам город. Интересно, интересно. Что у нас тут такое произошло вообще? Ладно, у нас состоит предупреждение о том, что вроде как нельзя залазить, да, на территорию этого комплекса. Но мы с вами, ребята, сейчас это сделаем. Пришлось, как говорится, маленько симпровизировать. Но все, ребят, мы с вами перелезли внутрь. И сейчас будем оглядываться, что здесь вообще такое у нас происходило. Ну, как я и догадывался, город просто пустой весь, да? А, надеюсь, что я тут ничего не подхвачу, эту заразу. Надеюсь, что она уже отсюда, блин, ушла, как только умерли все жители. Ну, знаете, типа как чума, что ли. А, и я надеюсь, что сейчас мы с вами сможем спокойно здесь передвигаться. Ну, во всяком случае, если будет плохо, я это почувствую 100%. Так, ну, здесь абсолютно никого нету. Только трупы остались. И, в принципе, разбитые машины. Очень интересно, ребят. На самом деле, я давненько не был в подобных местах. И мне тут достаточно жутковато, если честно. Хоть я понимаю, что здесь никого и не может быть, все равно какое-то странное чувство. Просто то, что жутко. Так, почему-то все заколочено абсолютно, вы посмотрите. Такое чувство, что люди от чего-то баррикадировались. Вы посмотрите вот на это.
Это было очень бы странно, если бы люди баррикадировались от заразы, которая передается, например, воздушно-капельным, да, путем. Здесь вообще никого нету. Люди! Кто-нибудь? Кто-нибудь, блин, слышит? Ну-ка, давайте на дорогу главную выбежим. Ребят, мне уже жутковато, значит, на самом деле становится. Кто-нибудь? Блин, никого. Так, я там вижу, у нас дом есть. Можно попробовать войти в него. Давайте это сейчас мы с вами сделаем. Посмотрим, быть может, будут люди там хоть какие-то. Все-таки не просто так тут, наверное, стоит эта комнатка. Да? Так, заходим, и мы с вами оказываемся... О, это бар какой-то. Так, шикарно. Ну... Нормальный бар, кстати. Мне нравится. Или это как квартира с автомастерской, блин? Вот это, кстати, хорошее место, слушайте. Так, ну тут вроде уже поспокойнее, цивильно, даже электричество есть. Интересно. Да где все? Где все люди? Неужели все погибли? Вот все, кто, ну, можно сказать, был живой, они вот на улице сейчас мертвые лежат. Это весь город, что ли, все население? Никого больше не осталось? Это очень странно. Так, и в туалете тоже больше никого нет. Интересно. Интересно, ладно, давайте выходить на улицу. И чё? Эй! Чё за фигня? Меня... Чё меня не выпускает? Какого фига? Чего такое, блин? Какого хрена меня не выпускает? Ну-ка на улицу. Чё такое? Я... Ребят, я не могу выйти просто на улицу. Блин, какого фига выключилось электричество? Чё тут произошло такое? Ладно, это не важно уже, ребята, я не буду в этом разбираться. Я нашел ключи, они лежали в автомастерской, друзья. Я их взял, по всей видимости, дверь захлопнулась, когда я зашел. О, да, все. Наконец-то переходит на улицу. И мы с вами здесь. Так, ну, что будем делать? Люди? О, ну-ка, погоди. Видимо, все на улицу повыходили вечером, что ли? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы, может, расскажете, в чем у вас тут проблема такая? Ой, слушай, ему, походу, очень плохо. Ему, походу, очень плохо. Че такое? Че? Ты че? Ну-ка, стой на месте. Так, блин, какого фига? Че творится? Че все орут? Что? Это че за херь такая? Так, ну-ка, стоп. Ну-ка, стоять, ко мне не приближаться никто. Не подходите. Не подходите. Так, отходим. Давай, 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 давай. И че, че она не падает? Пошла нафиг отсюда. Так. Давай наверх, давай наверх. Так, залазим, залазим. Это чё за... Это чё за фигня, что с ними происходит? Ребят. Это, походу, необычный вирус, не совсем. Я думал, что все просто жители погибли, но... Это зомби-вирус, по всей видимости. Какого хрена? Вы посмотрите, мне интересно. Если я стрельну, вот в торс просто настреляю, вот мои ожидания как бы оправдаются. Это реально зомби или нет? Ну-ка, давай попробуем. Так, несколько раз вот таким вот образом. Да! Ему наплевать! Только если в голову. Да, ребят. Это то, о чем я подумал. И эти твари сейчас просто меня окружили. И что мне сейчас делать? Это неужели весь город будет? Весь город просто сейчас будет пытаться меня сожрать. И самое что странное, они вышли только ночью. Капец, я вообще ни раз не ожидал, что будет именно что-то такое. Так, ладно. Отступать мне некуда, ребята. Будем пробиваться, как говорится. Будем просто пытаться их убить и проходить дальше. Так, ах, пошел нафиг отсюда. Вот так вот. Так, ты тоже. Блин, сколько их тут, это жесть какая-то. Я не знаю. Блин, да, они все бегут и бегут. Отвалите от меня. Так, слазим вниз. Так, давай, побежали, 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 побежали. Так, ай, отстреливаемся. Так, хорошо, давай сюда забегаем. Так, тут вроде закрытая территория. Нет, нет, пошли нафиг. Так, воу-воу-воу, сколько их тут. Капец! Получайте, блин! Так, оу-оу-оу! Ловите коктейль молотого, твари! Так, вот так вот, горите, блин! Ярким пламенем, ты тоже! Так, хорошо, хорошо, ребят! Вроде как получается отстреляться! Вроде как все, более-менее. Я положил большую часть этих тварей, и теперь я надеюсь, что я смогу нормально проходить куда-то дальше. Так, а надо ли мне вообще вглубь города? Но выхода у меня нету. Если я не пойду туда, ребят, вы, думаю, меня в комментариях, конечно, не будете, ребята, вы в этом счастливы, если я не пойду туда. Потому что все-таки, раз уже пришли, нужно дойти до конца. Правильно ведь, друзья? Просто, ребят, лайк за это. Мне на самом деле достаточно жутковато туда идти прямо ночью. Но я думаю, что это нужно сделать. Потому что если мы этого не сделаем, я просто сам буду очень сильно из-за этого париться. Мне хочется посмотреть, что там сейчас находится. Никогда не был в таких подобных городах, полностью уничтоженных.
Так, ребят, ну я тут нашел просто какую-то свалку из трупов. Просто, я не знаю, это даже не кладбище. Это просто мумифицированные люди. О, господи, видимо, так и не пытались сдержать распространение этой эпидемии, да? Просто сворачивая людей в эти непонятные пакеты. А, они их грузили, ты посмотри. Они грузили их, это все мертвые. Они их грузили и вывозили на фурах. На фурах вывозили людей. Ребят, ну вы просто представляете, какая жесть. Я на самом деле в шоке. Да отвалите от меня. Так, давай, проходим. Проходим. Так, может с них что-нибудь пособирать? Может что-нибудь у них будет интересненькое у этих людей? Какие-нибудь припасы, может? Я бы на самом деле бы попил уже. Достаточно сильно пить хочу. Пока в этом доме сидел, очень сильно захотел пить. Так, давай, собираем все. Быстренько, быстренько, быстренько. Так, ну да, в принципе, некоторые такие, знаете, ужористые. У них вроде как есть припасы. Так, ладно, хорошо. Я надеюсь, что вода не будет отравлена, это. Хотя, в принципе, да, наверное, очень глупо ехать в зараженный город и пытаться там собрать воду. Так, спокойненько, спокойненько. Так, что у меня с оружием? У меня оружие не хочет стрелять. У меня оружие не хочет стрелять. Офигеть. У меня оружие, походу, заклинило. Так, это будет клинить? Это нормально работает. Это еще исправно. Вот это хорошо. Дробовики я люблю. Дробовики, это мое все. О, капец. Капец их там. Их просто там капец сколько. Так, так, где гранаты? Коктейль Молотова давай лучше. Так, блин, давай, лови. Вот так вот тебе. Промазал. Нет. Блин, жесть, я промазал коктейлем Молотова, ребят. Нет, этого очень плохо. Это очень плохо, у меня больше ничего не осталось. Так, давай сюда. Так, лови, 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 лови. Так, ловите гранату, твари, блин. Вот так вот вам, все, бежим. Бежим вперед, давай, 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 давай. Куда, куда, блин, куда деваться? Все стены огорожены, я никуда не могу пройти отсюда. Мы с вами закрыты просто на этой улице. Они рано или поздно ко мне, блин, прибегут. Они знают как... Оу, блин, со спины подошел, ух ты, капец. Так, они этот город знают, по всей видимости, очень хорошо. Они обходят ко мне дорогу. Они обходят просто, посмотрите, эти завалены. Так, давай сюда, сюда. Ах, получай, блин. Что у нас тут? Живые есть? Кто-нибудь остался в живых вообще в этом месте? Кто-нибудь, отзовитесь. Никого, видимо, вообще здесь нету. Так, ладно. Проходим. Проходим вперед. Так, тут у нас танки стоят. О, да пошел нафиг. Чего вы так орете-то? На тебе. Так, ты тоже получай. Патроны в калаше уже закончились. Так, что мне осталось? У меня остался пистолет. О, ППшка. А у ППшки такие же патроны. Нет, ребят, у меня только этот автомат остался. И пистолет потом, и дробовик еще. Я надеюсь, что мне этого хватит. Я не хочу здесь умирать. Я не хочу здесь оставаться в этом мертвом городе. Можно как-то выбраться? А, блин. Там, а, поваленная стена. Так, иди нафиг. А кто орет? Там еще одна орет, да, какая-то? Поваленная стена. Yes, мы с вами выбрались наружу. Так, я надеюсь, что эти твари останутся там позади меня. Пожалуйста, ребята, бежим. Бежим просто вперед. А чё? Блин, они здесь прошли уже. Ребят, у меня очень плохие новости для вас. Так, мне нужно куда-нибудь забраться повыше, чтобы эти твари до меня не дошли. А я вам кое-что, ребята, скажу. Так, на тебе. Вот так вот. Все, давай, перелазь. Сюда поднимаемся, друзья. И вы знаете, эти твари уже повсюду. Они выбрались из этого города. Как только наступила первая ночь после заражения, эти твари просто вышли на улицу. И теперь они везде. Такой ужас ждет весь Лос-Сантос. Абсолютно. А не только этот маленький мертвый город. Ладно, друзья. На этом мы с вами будем прощаться на такой печальной ноте. Я надеюсь, что сегодняшний ролик вам понравился. Я надеюсь, что вы поставили лайки. Ну и, конечно же, подписались на мой канал. Ну а с вами был, как всегда, я Жайка Гост. Я буду отбиваться здесь до последнего, пока у меня не кончатся все патроны. Пожелайте мне удачи в комментариях. Всем пока.